Друзья, дело в том, что совсем недавно у нас с пацанами был самый большой концерт в Москве. Самый большой в истории группы. И вот продавалось огромное количество билетов. Мы с Илюхой, как обычно, уже делили воображаемые бабки. Илюха начал себе на автору присматривать Митсубу подержанную праворукую. Как вдруг мы узнали, что на сайте клуба, где мы будем играть, нет афиши с нашим мероприятием. Другими словами, клуб скрывает, что мы будем там выступать. Мы тут же позвонили туда узнать, что, собственно, за хуйня. И оказалось, это чистая правда, что наше название и наше ёбло, ну, в основном моё ёбло, Илюха — это самый красивый человек в мире, вы знаете. Можно было поспокойнее реагировать чуть-чуть. Типа, да нет, ты тоже в порядке. В общем, оказалось, что наше название, и как мы с вами вместе выяснили, мою ебло, могут являться пропагандой АУЕ. И раз уж пошла такая пьянка, давайте-ка бахнем все вместе, братцы. Магомед ищет баб через интернет. Магомед!